Каляка-маляка. Зеркала блестят в защитном шлеме ПЭП. В вокзале бензин и мотор нагрет. Все участники гонки занимают места. И звучит на автодроме команда «Старт». Звучит команда «Старт». Звучит команда «Старт». Ой, это же бутылка! Вы не против, если я возьму ее, Чак? Конечно нет, малыш. Бери, она твоя. Спасибо. Чак, скажите, пожалуйста, мог бы я купить у вас гоночные покрышки? Рик сказал, что если я хочу участвовать в гонке, то без этих покрышек мне не обойтись. Эти покрышки лучшие в своем роде. И за то, что ты мне помог, я могу продать тебе их по специальной цене. Это интересно. И за сколько? Обычно я продаю одну покрышку за 2 монеты. Но для тебя я отдам тебе все 4 покрышки за 4 монеты. Таким образом, ты экономишь целых 4 монеты. Но сейчас у меня есть только 3 монетки. Надо заработать еще одну. Рик сказал, что у меня должен быть флажок с номером, под которым я буду стартовать. Так, посмотрим. Мне кажется, он сказал, что мне нужен флажок с номером 2. Номер 2. Для флажка мне нужен именно этот номер. Ух ты! Еще одна пустая бутылка! Ее нужно увести! Это одна из 3! Еще 2, и вы сможете проехать! Автопокраска! 3! Уже 2 монетки! Благодарю вас! Автопокраска. 3 рубля. Итак, вы опустили 3 монетки. Можете проезжать. Не могу дождаться. Выберите цвет, дружище. Оранжевый. Надеюсь, это выглядит неплохо. Что ж, покрепче закройте глаз. Вот так, дружище, взгляните на это. Я хорошо выгляжу. А мне понравилось. Солнечно-желтый. Вот это да. Что ж, покрепче закройте глаз. Вот это да! Ух, это было так весело! Смотрите новые приключения машинки Бип-Бип на канале Каляка-Маляка.